Сильно волнуетесь перед камерой? Вас пугают взгляды большой аудитории? И вообще вы очень неловко себя чувствуете в роли оратора? Не переживайте. Страх публичных выступлений – это часто распространенное явление. Для того, чтобы помочь вам преодолеть его, я решила записать 3 видеоурока. Меня зовут Елена Литвиненко, я актриса по образованию и тренер по ораторскому мастерству. И у меня за плечами уже больше 20 лет публичных выступлений, поэтому мне есть чем с вами поделиться. Предлагаю вам прямо сейчас забрать эти видеоуроки, посмотреть их внимательно, освоить все предложенные мной техники и упражнения и выступать, наконец-то, свободно и спокойно.